Международная конференция для системных и бизнес-аналитиков Analyst Days, уже 10 лет собирающая по 600-700 специалистов из России, СНГ и Европы, в мае 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге. Analyst Days хороша как площадка посмотреть, что мир гораздо шире, и понять свое место в нем, ну и наметить пути своего дальнейшего движения. Возможность сверить часы с большим количеством аналитиков. Начинаешь ломать шаблоны и смотреть на те же простые истины по-другому. И с точки зрения обмена опытом, и с точки зрения возможности посмотреть на мир не из своего аквариума. Конференция полезна прежде всего аналитикам. Полезна менеджерам, разработчикам и руководителям. И, конечно же, архитекторам. И все IT-сообщество может для себя что-то интересное найти. Два дня конференции – это 50 докладов и мастер-классов, представленных опытными специалистами своего дела. Они проходят в параллельных секциях, чтобы каждый участник мог составить наиболее продуктивный план посещения. Очень много разнообразных докладов. Исходя из этого, все можно подобрать на свой вкус. Есть доклады, из которых ты можешь почерпнуть инструменты, подходы, процессы, которые ты вот в понедельник придешь и применишь у себя, и сделаешь свой бизнес, свою компанию немножко лучше. Было подобрано прям пул тем наиболее актуальных в наше время, про продуктовую аналитику, про развитие продуктовых команд. Про описание логических моделей данных. Про системное мышление. Про требования. Когда стоит, а когда не стоит применять имитационное моделирование. Когда пропускаешь через себя доклад, через свой опыт, опыт других компаний, это всегда очень полезно и пригождается в работе. Общение с коллегами – это одна из важнейших целей посещения Analyst Days. Для этого созданы все условия. Дискуссионные зоны, вкусные кофе-брейки, бар-кэмп. Здесь каждый участник может пообщаться и обменяться опытом с представителями сотен IT-компаний из десятков городов и стран. Аналитики собрались, аналитики общаются. Это хорошо. Новые люди, новые идеи. Разный опыт, разные проекты, разные команды. Здесь было очень много нетворкинга. Люди объединялись в какие-то группы, баркэмпы, очень активно вовлекались в какие-то обсуждения. Можно получить много контактов, много инсайтов, полезных знакомств. Узнать новые идеи, познакомиться с людьми, обсудить проблему. Проводится очень много активностей, которые позволяют еще легче, еще быстрее знакомиться с окружающими. Игровая зона, квесты, активности партнеров и вечерние посиделки создают на конференции позитивную творческую атмосферу для новых идей, решений и проектов. Конференция шикарнейшая. Атмосфера классная. Замечательные здесь люди, замечательные специалисты. Здесь люди вовлечены в то, чем они занимаются. Все что-то творят, какие-то мысли, идеи витают прям даже в воздухе. Все люди на одной волне, это реально здорово. Стать партнером конференции Analyst Days – это возможность представить свою компанию перед широкой аудиторией специалистов, вживую пообщаться с участниками и докладчиками, а также повод презентовать свои разработки и получить обратную связь. Компания «Учебный центр Люксофт» занимается развитием и оценкой профессиональных качеств системных и бизнес-аналитиков. Консист бизнес-групп – это компания консалтинговая. Люксофт Тренинг стала партнером конференции Analyst Days, потому что это наша целевая аудитория. На стенде предлагаем всем участникам конференции поучаствовать в квизе. Развлекаем нашу аудиторию через судоку, предлагаем кроссворды. Мы хотим представить себя, познакомиться с молодыми аналитиками для того, чтобы привлечь их в наши ряды. Помимо того, что компания Люксофт выступает со стендом, мой доклад был еще про построение доверия на проекте. Очень здорово, когда, пообщавшись с участниками во время выступления, еще можно потом поговорить какие-то вопросы на стенде. Конференция Analyst Days просто отличная. Мы под большим впечатлением. Все пришли, все участвуют, все активно слушают доклады. Мы рады, что мы принимаем участие в вашей конференции. Analyst Days 12 пройдет 21 и 22 мая в Санкт-Петербурге. Участники и докладчики из разных областей IT-сферы, интересные доклады, живое общение и обмен опытом с экспертами своего дела. Все это международная конференция по системному и бизнес-анализу Analyst Days. Главное направление моей деятельности – я методолог. Архитектор, бизнес-аналитик, разработчик. Я проект-менеджер. Тимлид. Обучением сотрудников, развитие компетенций. Разные взгляды, разный опыт, разные люди. И это все объединяется в одно, и вы начинаете что-то производить такое, что по отдельности вряд ли бы как бы сделали. Здесь мне удалось схватить ключевые фишки, которые хочется попробовать в ближайшее время. И это, я считаю, большая удача и успех. Analyst Days – территория новых идей.